Здравствуйте, ребята. Мы приехали на форум в Ангуле. Здесь этот форум посвящен поиску работы, поиску занятости. Мы будем представлять нашу организацию, рассказывать о международных программах, о волонтерстве, о мобильности. Мы находимся на форуме. Наоми хочет объяснить, что это такое, что это за форум. So, can you explain to us what is this forum about? What, why we are here? Okay, so here we are in Angoulême, and there is a big forum about jobs. If you need a job, if you want a job, you can go at this kind of forum where you can find a job. They make you an interview, you give your CV, and like this you can find a job and you can meet. You can meet good volunteers here. We are here to speak about our organization, what we do, what they can do with us, so they can do ODVS and the service civic. Volunteering. Yes. And here some guys speak about something, I don't know what, who is it? Who is this guy? I don't know him, but he looks cool. Yes. I think I saw him, but I don't remember where. И теперь объясню на русском, что здесь происходит. Здесь большой форум. Работодатели приходят и могут устроить собеседование, могут принять резюме. В общем, люди ищут работу, приходят сюда. Я походил, поспрашивал, поискал информацию на английском, потому как я французского не знаю. И какова вероятность найти работу без французского, только с английским? И все мне ответили, если ты во Франции, учи французский. Вот такая вот штука. Но я думаю, это возможно все-таки. Где-то, кто ищет, тот находит. Главное, если захотите. Не останавливайтесь, если хотите. I hope you understand everything and thank you for the view. Goodbye.